Привет всем, с вами Лига Music Wars, и сегодня у нас халява, ребята, халяву любят все. И проводят у нас их три ребята канала по Music Wars. Эти конкурсы за небольшие ваши действия. Первый конкурс, который проходит у Санчеса, очень крупный выигрыш, ребята, креативный конкурс на мемы, на вашу способность рисовать. В общем, все вот в этом видео. Ребята, переходите в ВК, либо на сам YouTube-канал Санчеса, смотрите конкурс, участвуйте. Конкурс действительно очень хороший, я посмотрел уже и рисунки, ребята, и даже свои туда засунул. В общем, я очень доволен. Санчес, красавчик, молодец, прям ждал от тебя конкурс, что-нибудь такое. В общем, я очень доволен. Дальше, конкурс идет, ребята, от Талисмана. Недавно буквально я провел с ним стрим, где мы проводили экспедицию с денежными призами. Мы собирали 100 подписчиков, собрали, к сожалению, всего 55, но 55 подписчиков мы собрали буквально за стрим. Если бы набрали сотню, мы бы и вторую проводили экспедицию денежную. А так, по сути, ребят, мы собираем на канал Талисмана сейчас 1000 подписчиков. Осталось там буквально копеечное число до 12 числа. 12 октября мы будем проводить экспедицию. Экспедиция будет одна или две, ну лучше, конечно, две, будут с денежными призами, ребят, за призовые места будут, за лучшего титана, за лучшего руха. Но самое интересное, если мы наберем 200 подписчиков от текущего момента, это будут одни призы. Если 300 наберем, это будут совершенно другие призы. А если доберем до 1000, ребят, это самые топовые призы будут, поверьте меня, за первые места там до 500 рублей, говорил Дмитрий. Так что смотрите, дерзайте, ребята, гонимся к 1000, так скажем. Вот, еще есть видео, о котором сейчас пойдет речь. Это Farm Direct, ребята. Вот это видос. Здесь идет конкурс от самого Талисмана на словосочетание букв. Ну, посмотрите, пожалуйста, видео. Поймете, в чем конкурс. За раз будет все в курсе. Ну, то есть, что он делает, кого награждает. Это от него еще конфиг небольшой. Ну, и давайте теперь мой конкурс. Мой конкурс более-менее простой. Здесь не надо ничего креативить, ребята. Не надо ничего этого. Не надо ставить челлендж на первые места. Я люблю рэндом, как наша игра. И поэтому, ребят, заходим под это видео. Пишем комментарий. Привет. От доктора. И пишем какой-нибудь комментарий, типа «Супер!» И пишем свой ник. Вот так. После чего оставляем комментарий. И среди этих комментариев, вот именно такого формата, будет разыгрываться приз. Будет 5, ребята, призов. Но, когда разыграю призы, обязательно буду проверять, чтобы у вас была подписка на Талисмана. То есть проверять буду просто. Сейчас покажу. То есть буду заходить на ваши аккаунты. Вот, допустим, вот сейчас мой аккаунт. И здесь есть вкладка «Каналы». То есть, как у многих есть. И буду смотреть, подписаны ли вы на этот канал. То есть, если взять, ну, любой аккаунт, допустим, того же самого Галактуса, вот давайте перейдем к нему. У него такая система, у нас у всех открыты. Вот он подписан на два канала. То есть, соответственно, у вас должны быть открыть подписки. Потому что надо будет посмотреть, действительно вы ли подписаны. А то вы, может, комментарии оставили, а на Талисманчика не подписались. Ну, в общем, ребят, три конкурса. Креативный от Санчеса. Ребят, участвуйте, смотрите видео, он все подробно объяснил. Соответственно, дальше конкурс от меня. Так, подождите, где? Конкурс от меня будет под видео, ребята, ссылочку оставлять не буду, найдете канал Талисмана. Он вообще идет в рекомендованных часто. Ну, кого ты?
Вот так. Вот так будет проще. В общем, канал Талисмана. Здесь, ребят, оставляем свои комментарии с определенным форматом, чтобы все было. И, соответственно, не забываем, что на 15, на 12 число, 12 октября, ребят, будет экспедиция. Будет экспедиция призовая от Талисмана. Именно мы одну сделали, и еще вторая будет субботняя. Там будет чисто с подписчиками, все как положено, но там будет челлендж за призовые места. Ладно, ребят, участвуйте в конкурсах. Очень жирных призов, очень много. Как раз связаны с днем рождения. Закончатся они примерно как раз к началу Хэллоуина. А там посмотрим, возможно, будет что-то еще. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки и участвуйте в конкурсах. Всем счастливо! I'm looking for a system to the bottom win.